There's something about the girl next door, something that I can't ignore. Всем привет, меня зовут Вика, и такого видео я не снимала почти что год. И сегодня мы с вами будем заполнять мой ежедневник на апрель. Я надеюсь, тебе понравится это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал и давайте скорее начинать. There's something about the girl next door, something that I can't ignore. Мой ежедневник рассчитан на то, чтобы заполнять его каждый день, поэтому ежемесячный календарик я вклею отдельно, а также сегодня мы с вами заполним планы и цели на месяц. Я приблизительно набросала, как я хочу это все видеть, и давайте скорее заполнять. Поскольку ежедневник я веду достаточно развернуто, то здесь я буду записывать только самые главные планы, такие как последний звонок или же возвращение домой в город после путешествия. Why you gotta keep flirting like you do? I waited so patiently, but you don't seem sorry. I see a little EM trying to make some plans. Now come on, baby, let it in. There's something about the girl next door, something that I can't ignore. Процесс, к сожалению, не заснялся, но я сделала вот такую прикольную надпись «Goals May», что означает «Цели на май». И дальше я просто заполняю мои цели, которые в дальнейшем я буду закрашивать. There's something about the girl next door, something that I can't ignore. В общем, да, на этом было все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, хочешь ли ты продолжение. И всем пока! Every time.